знаете, как бывает, что когда вроде есть возможность взять, и психологически вроде все потом для этого складывается да в обратную сторону, и не получается ничего. Вот, наверное, это из ряда таких вот матчей, когда почувствовали, что это реально, и на самом деле не справились с каким-то волнением, определенными установками, которые были на матче. В оконцовке получился вот такой вот скомканный, сумбурный, блин. Не дали, да, это хорошо. Нам самое главное, нужно было держать свой уровень, показывать его, держать свою игру, выполнять тренерские установки. В принципе, я считаю, ну, в каких-то моментах у нас были ошибки, где-то там мы расслаблялись, но в целом мы справились. Саша приболел чуть-чуть, дали ей восстановиться, поэтому все в рабочем моменте. У Жени все неплохо, она тренируется, работает, все нормально. Мероприятия у нее продолжаются, восстанавливаются. Объем ей нужно набирать, продолжать. Сегодня даже была возможность выпустить ее, помогла один раз. Да, вы абсолютно правы, то, что в этом, конечно, есть свой плюс. Да, обидно, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но в этом есть большой плюс, что у нас много времени, у нас практически нет выездов, в этом месяце он только один, и будет много времени, чтобы поработать над ошибками, чтобы что-то исправить, где-то чему-то новому, может быть, научиться и подготовиться к основным матчам. Быстро подписался, а то я тебя найду.